руководстве было женщин 50%. А в правящей партии, как думаете, сколько процентов, которую руководит? 3. А? 3%. Нет, 11. 11. С чем это связано? Вот с чем связано, что там какие-то работы домашние в основном ложатся на плечи женщины, а домашняя работа – это материальное производство или духовное? Материальное. Если картошку чистишь, это же материальное производство. Если белье подвергается стирке, в том числе и с помощью машины, это что такое? Значит, есть предмет труда, грязное белье, средство труда, да, соответственно, стиральная машина. Ну и процесс труда, на выходе вы получаете чистое. Вот. Приготовление пищи. Жарить, варить, кипятить – это что? Материальное производство? Материальное производство. То есть, на самом деле, такое, люди, которые, может быть, они в духовной сфере находятся, в общественном процессе труда, они материальным производством занимаются. Ну и вот по свободному времени у женщин, по данным последние, которые я видел, а видел я их, когда была составлена программа научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий до 90-х годов, в свое время. И эта программа была в спецхране. И вот там можно было прочитать, что в среднем у женщин свободного времени на 2 часа меньше получается, чем у мужчин. Поэтому это выражается так, что вот, скажем, если вы возьмете вуз, то в вузе, ну, скажем, соотношение примерно 50 на 50. Или даже женщин больше, чем мужчин среди студентов. Если возьмете уже кандидатов наук, то тут, значит, начинается некоторое смещение. Докторов наук, которые, ну, требуют, значит, длительной работы и большого количества времени свободного. Свободным временем что называется? Знаете? Это вот наш философский вопрос. Что называется свободным временем? Или как сейчас говорят, если я сижу, балдею, это свободное время? Нет. Потому что балдею. А вот свободное время – это что такое? Свободное время Маркс определял как время для свободного развития. Так, ну что, можно начинать, да? Так. Здравствуйте, товарищи. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Значит, у нас уже, я так понимаю, 5-я лекция. Продолжаем мы изучение истории и философии. Достаточно краткое. Ну, для того, чтобы мы подошли к современным проблемам, все-таки с учетом предыдущего развития. Остановились мы в прошлый раз на экзистенциализме. Он возникает накануне Первой мировой войны, его представители в Германии – Ясперс, Хайдеггер, во Франции – Сартр, Камю, Бувар. И в нем различают религиозное и атеистическое направление. Ну вот если мы возьмем для оценки этой философской концепции систему диалектики Гегеля, то мы там найдем категорию существования, да? Существование, если мы перейдем на английский язык, существовать, то exist, да? Отсюда экзистенциализм. Значит, категория существования находится во втором томе «Науки и логики Гегеля». Вот там, где рассматривается вопрос о существовании, потом о явлении, потом о действительности. Ну и она находится в определенной системе знаний, и она не противостоит в этом смысле бытию, а это уже вновь как бы восстановленное через сущность бытие.
И когда мы говорим о том, что что-либо существует, согласно Гегелю, значит, оно не просто вот есть, не просто есть, а есть в определенных условиях и с основанием. Да, есть. Оно как бы, если есть, есть с основанием и с условиями, тогда оно существует. А если не говорится и не принимается во внимание условия бытия какой-нибудь вещи или какого-нибудь предмета, если не принимается во внимание основание, на котором оно существует, оно выступает как основанное, тогда это и не является существованием. Ну вот надо сказать, что начиная с появления в логике Гегеля, как такой всеобъемлющей системы философской, которая была опубликована в 1812 году, и которую Энгельс назвал той работой, которая возвестила конец классической немецкой философии. В том смысле, что наконец появилась всеобъемлющая система знаний, в которой не просто одна точка зрения высветилась какая-то интересная там, или полезная, или нужная, а все категории приведены в систему. А что такое система? Каждая система имеет начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. Это большое достижение, в науке системы очень мало. В физике вы знаете две системы, да? Ньютоновская физика, физика эйнштейновская. В химии системы элементов, периодическая система элементов Менделеева. И после этого продолжать, как говорится, выхватывать отдельные какие-то категории и на них строить какую-то особую систему уже представляется делом не прогрессивным, а реакционным. Потому что вместо того, чтобы пойти и дальше, вперед от Гегеля, а вперед от Гегеля это означает начать применять диалектику уже к рассмотрению проблем, скажем, природы или проблем общества. Вместо этого, значит, продолжается старая практика, вполне для своего времени оправданная. Вот брать какую-то концепцию или какую-то категорию и на ней все строить, выпячивать ее, выдвигать. Вот так получается с экзистенциализмом. Дескать, вот можно этот вопрос существования поднять, расширять, делать его единственным. Он тогда вне связи со всеми другими категориями, и он представляет собой, ну, как всякое учение, несущее что-то, так сказать, интересное, полезное, и что-то, так сказать, на самом деле отсталое уже, что уходящим является. Вот почему в истории философии отмечается, что там есть религиозное и атеистическое направление. Как это вот одно и то же учение, и в нем противоположное направление. Это говорит о том, что там какой-то твердой позиции нет. Вот вы не можете там в науке логики различить два противоположных направления. Наука логики, она построена как система, базирующаяся на объективном идеализме. Вы можете ее истолковывать материалистически и использовать ее, но вы не можете считать ее материалистической. Или говорить, что вот есть вот в диалектике Гегеля материализм и идеализм, вот эта кашеобразность, она никоим образом науке не соответствует. Но это касается и других, вот более, можно сказать, новых, но сказать вот даже современных я бы не стал даже говорить, потому что современные – это те, которые продвигают вперед то, что сделано. Значит, что, какая дорога дальше? Значит, единственными людьми, которые взяли вот эту диалектику за основу и двинули дальше, оказались Маркс и Энгельс, которые, можно сказать, выросли из этой диалектики гегелевской. Почему? Они и были сами младогегельянцами. Маркс и Энгельс были младогегельянцами, ходили в соответствующий кружок. В этом смысле они были идеалистами. И когда вот вы почитаете, что вот Маркс там перевернул диалектику Гегеля и так далее, можно это по-другому изображать. Маркс и Энгельс были идеалистами. И потом, изучив Фейербаха, книгу его, такую революционную сущность христианства,
они после изучения вот этой работы Фейербаха покинули идеалистическую позицию и встали на позицию прямо противоположную. Некоторые думают, что если встать на противоположную позицию, это значит отвергнуть ту позицию, которая вам противоположна, и все. Но в диалектике вообще и в философии нет такого зряшного отрицания. А какое бывает отрицание в философии? Бывает всегда только как снятие. Что такое снятие? Это отрицание с удержанием. Ну как вот каждый здесь, кто присутствует, является отрицанием своих родителей. Это же не вы, не они, а вы. Правильно? Но в вас же присутствуют ваши родители, и родители ваших родителей. И вся предшествующая история человечества, она так или иначе воплощена в обществе, а общество – это люди. То есть и в людях, из которых состоит это общество. И в общественном сознании, которое никак не сводится к индивидуальному сознанию, потому что, скажем, вот вы можете рассматривать ближайшую к нам библиотеку Академии наук как некое собрание идей, которое является результатом развития человеческого общества за все время его существования. Или, скажем, ту же нашу национальную библиотеку, которая раньше называлась библиотекой Салтыкова-Щедрина, которую хотят соединить с государственной библиотекой в Москве, бывшей библиотекой имени Ленина. А зачем соединить? Интересное объяснение. Зато, говорит, если будет единое юридическое лицо, дескать, тут останется помещение, там. А есть закон, что каждая книга должна попадать по обязательной рассылке, которая выходит у нас в стране, должна попадать сначала на Кремлевскую набережную, дом 6, в книжную палату, и оттуда в крупнейшие библиотеки. Вот, говорит, тогда можно будет только один экземпляр посылать. То есть вот пошлет его в Москву, скорее всего, в Москву, а не здесь. И здесь уже его не будет. Зато вы можете в электронной форме его почитать. Ну, если человек приходит в библиотеку, он в электронной форме может почитать и дома, правда? То есть зайти в соответствующий ресурс и почитать. А, во-первых, это не всегда здорово, потому что вы же понимаете, что это еще и нагрузка на глаза. Все знают, что те, кто работает на компьютере, должны там время от времени делать перерывы, отдыхать. Но если вы читаете книгу, конечно, это гораздо меньшая нагрузка. Во-вторых, это понятно, что вы можете не перелистывать, а туда убегать, сюда убегать и так далее. Но во всяком случае возможности для читателя становятся меньше, а не больше при этом. Но вот, тем не менее, такие есть вещи. Вот с этой точки зрения то, что вот Гегель объяснял, создавая свое учение, что критика философская не состоит в том, чтобы отбросить. Там, вот если я с вами не согласен, с вашей позицией, что я должен сделать? Не взять, вот не сказать, что его нет у вас, вы никто, я вас отбрасываю. Такого нет в философии. То есть надо посмотреть, какое место вот эта ваша точка зрения занимает в этой системе. Потому что каждый философ ту или иную лепту вот в создание научной системы философии внес. Эта научная система создана идеалистом в идеалистической форме, но это не победа только идеализма, это победа философская. Люди надо понимать, что несмотря на то, что в философии как бы существует две партии, партия в переводе на русский язык – это часть, да? Две части – материалисты и идеалисты – то развивается философия и идеалистами, и материалистами. Скажем, тот же Беркли, доведя до высшей точки субъективный идеализм, ну, приготовил его к тому, чтобы люди его оставили в стороне. Почему? Ну, потому что если мы считаем, что весь мир – это только мои ощущения, вот, то это, так сказать, ну, позиция, с одной стороны, неопровержимая, но с другой стороны, такая, которую уже никто из естественных испытателей не принимал и принимать не будет. Потому что она, так сказать, как бы игнорирует весь внешний мир и все сводит к тому, что это вот, скажем, это некий сон философа. Вот вам кажется, что вы пришли на лекцию, а на самом деле я пришел, и вы у меня во сне. И вижу я вас наяву.
Можете вы это опровергнуть? Начнете опровергать, я скажу, что все ваши опровержения, они поступают через мои органы чувств. Я вижу, как шевелятся ваши губы и слышу ваши звуки. А значит, это вот мои ощущения, это их вот состояние, они как вот видят вас, изображают себя. Вы же видите сны, видите, как там бывает ясно? Ну так прямо, даже иногда жалко расставаться. Потом просыпаешься, совсем не то и не так. Поэтому вот такого зряшного такого отрицания, зряшного, которое просто состоит утверждение, этого философия не допускает диалектическое, всегда это снятие называется. Что такое снятие? Еще раз повторяю, это отрицание с удержанием. Не удержание с отрицанием, что вы схватили что-то есть у вас и чего-то там в нем начинаете отрицать, то есть руки-ноги отрывать, потому что вы схватили. Нет, не так. Вы отрицаете в целом. А как можно отрицать? Вот как можно отрицать частную собственность? Вот Маркс и Энгельс написали в одном месте все наше учение. Может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Для студентов очень хорошо, не надо больше изучать это все. Правда? Все, одной фразой изучил, раз может быть выражено одной фразой, а зачем тогда так долго изучать? Поэтому, так сказать, действительно можно на этом не останавливаться. Но на самом деле, а что значит уничтожить частную собственность? Это значит превратить ее в ничто. А как можно превратить частную собственность в ничто? То есть, вот если у вас этот стул в частной собственности, сжечь, что ли, его? Собственность – это отношение между людьми или это вещи? Иногда люди это путают и думают, вот это моя собственность. Это что значит? Вот я могу вам дать определение собственности, замечательное, которое Маркс дал. И его редко где встретишь, потому что оно глубокое. И, так сказать, не, и так сказать, а глубокие вещи, они мало кто их усваивает, а все таскают какие-то такие элементарные, ободранные определения, которые неглубокими являются. Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Вот я заметил, вот сейчас вы из этой сумочки достали ручку. А сумочка – это ваша собственность, да? Ага. Вот сейчас я ее заберу и поставлю на стол. Раз у вас есть с ней такие отношения интимные, близкие, что вы можете, так сказать, ее командовать ею, вы ей скомандуете, чтобы она к вам обратно прибежала. Вот собачка, если у вас есть натренированная, и ваша, она точно убежит вам. А вот сумочка… Ну, я вам и провокационный вопрос могу задать. А вот у вас есть… Но... вашу собственную голову, собственность. Да или нет? Должна быть, да. Зачем вам собственность на голову? Ну подумайте, зачем вам категория собственности для головы, она и так ваша? Зачем вот, для, зачем вот этот огород городить? Когда встает вопрос о собственности? Когда вашим выступает то, что не является вашим природным образом. Вот часы у вас есть на руке? Есть? Нет? Хорошо. Браслет. Вот это вы или это браслет? Это не вы. Значит, чтобы это было вашим, каким образом это может быть вашим? Природным образом? Природным никак не получается. Никак вы точно не с браслетом родились. Вот родители рады, говорят, и не надо ничего. Вот уже занимается ребенок. То есть, это как можно считать, что это ваш? А я, как человек подозрительный, так говорю, ну вот, сколько у нас вот... ходит разных людей, не представляются, думают, что это студентки, они ходят, отнимают у более слабых браслеты, надевают и приходят на лекцию. Вам тяжело будет опровергать. Ну, если вы, конечно, таскаете у вас в карманах там где-то какие-то документы, что вы купили в таком-то магазине, и начнете это доказывать, я скажу, ну, знаете, сегодня документы сделать на компьютере ничего не стоит. Ну, что вы нам рассказывали будете? Давайте, девушка, значит, пойдемте с вами в соответствующее место. Вы напишите там свои показания, будете рассказывать свои сказки, а я потом попрошу вас подписать, что с моих слов записано верно. И будем разбираться. То есть, вот это
Это и к платью вашему относится. Ну, вот, сомнительно, что вы снимали. Вот, ну, вот в отношении пиджака моего, например, ясно, что я шел, и шел я без пиджака. А зачем я пошел без пиджака? А зачем я буду приносить на работу пиджак, где столько народу ходит? Я пальто снял и сразу подошел как к студенту. Говорю, ну-ка, отдай пиджак. Ну, я не один подхожу, я еще двух студентов подговорил. Дал им по 5000. И мы, он сразу отдал. И я пришел и сижу. Это пиджак является моим естественным путем? Нет. А каким путем он тогда является? Приобретенным. Что значит приобретенному? Это вы считаете, это я приобрел, то есть отнял. Да, это имеется в виду? Приобретенным. Ну хорошо, вот вы себе представьте себе, как проявляется собственность. Вы все представляете, как переселенцы поехали в Америку из Европы, когда ее открыли? Вот, ну и какая там была собственность на землю? Какая? Никакая. И вот я приехал, огородил, так, огородил, достал кольт. Кто будет заходить вот за загород? Будете заходить? Пух! Не будете заходить? Уходите отсюда, вас не хочется убивать. Но если останетесь, то извините, пожалуйста. Пух! И что? Это приобретенное, вы считаете? Как, что значит приобретенное? Это была степь, прерии и мустанги там. Что значит приобретенное? Это ваш мустанг или мой мустанг? А как я могу утвердить, что это мой мустанг? Что мустанг скажет, я вот его мустанг. Он не скажет же так. Как я могу это доказать? Доказать это можно только общественным путем. Вот сейчас вот если мы признаем, что вот эти ваши браслеты не ваши, вот все люди здесь сидящие признают, не знаю, как вы будете доказывать. То есть надо, чтобы это было ваше, это чтобы общество признало. Потому что относиться, обратите внимание на окончание вот этого определения, отношение к объективным условиям производства как к своим. Ну, как к своим можно относиться? Только благодаря тому, что другие люди относятся к этим же вещам, как не к своим. Для того, чтобы это была вот ваша сумочка, надо, чтобы все остальные относились к этой сумочке, как не к своей. Согласны? То есть вот в этом определении прямо не заложены другие люди, но на самом деле другие люди тут незримо присутствуют. Отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Что значит, вот, возвращаясь тогда к поставленной мной проблеме, все наше учение, говорили Маркс и Энгельс, может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Ну, значит, если уничтожение, значит, никто не может сказать, что это его зовут. Кроме кого? Кроме общества. Вот общество. А что значит «обществу принадлежит»? Как это понять? Ну, про мелкие вещи говорят, у меня в руках это находится. Как в руки вы завод возьмете? Значит, если есть такой очень четкий экономический критерий, если производство ведется с помощью этих средств производства в общественных интересах, значит, какая собственность? Общественная. А если в моих интересах ведется, вы все работаете? Все работаете, заняты, как вы говорите, пытаясь приобрести. А все, что делается в моих интересах на этом производстве, кто собственник? Если в моих интересах делается, я частный собственник этих средств производства. Очень легкий и правильный критерий. Поэтому, что значит уничтожить частную собственность? Просто это надо создать. Нельзя уничтожить путем растаптывания или ликвидации. Это можно сделать только путем подчинения производства общественным. А вы можете подчинить производство? Есть ли этого какой-то инструмент? Вот монополистический капитализм уже этот инструмент выработал, потому что крупная монополия ведет хозяйство свое, да, по единому плану, в единых интересах. Но в интересах хозяева монополии. Но если это будет этим хозяином все общество, это значит, это будет единая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И у Ленина есть такое определение социализма, которое многие не замечают, потому что они не обдумывают вот эти вопросы. Не названия такие, не красивые какие-то лозунги,
А вот эти вопросы глубинные. Определение такое. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы социализм. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы социализм. То есть можно, конечно, выразить все учение одной фразой уничтожения частной собственности, но расшифровывать эту фразу будет очень и очень трудно и сложно, потому что что значит? Это надо вот обрисовать систему общественной собственности. А для этого надо знать, что такое интересы, надо знать, что такое общественные интересы. А интересы у разных классов разные. Значит, какие, как интересы какого класса можно взять за общественные и почему? А какие нельзя брать за общественные и почему? И можно ли обойтись вот в этом подчинении без государства? А не получится ли тогда, что собственность собирались сделать общественную, а получилась государственная собственность? Можно ли государственную собственность считать формой общественной и при каком условии? Каким должно быть государство, чтобы государственная собственность стала формой общественной? И как, а вот нынешнее, скажем, государство – это что такое вот сейчас в России? Это частная собственность государства – это что? Это частная собственность класса капиталистов российских. Общая. Потому что есть собственность, а у меня своя. У меня своя яхта, у меня есть свои заводы. А есть заводы какие, как «Газпром», компании там, или «Роснефть», или «Вертолеты России», или «Судостроительная корпорация», или «Самолетостроительная корпорация». Это общая собственность класса капиталистов. Или это собственность рабочих? Нет, это рабочие. Рабочие, вот получите зарплату и будьте здоровы. Как только вы ее получили, то благодаря тому, что господствует общая собственность класса капиталистов, мы начнем из ваших карманов эту зарплату вынимать. Вот если я сейчас присутствую на собрании акционерном, и я главный акционер, у меня из 500 тысяч акций, у меня 490, и у вас вот раз, два, три, четыре, пять. Голосуем. Кто представитель собрания? Я. Ваши голоса. Будете считать? Что их считать? Я проголосовал 490. Так, значит, дивиденды будем давать? Вы надеялись получить дивиденды на свою акцию. Сидели, смотрели, там все это нарисовано, красиво. Голосуем, кто да, акции не давать. Решено. Так, хорошо. Что еще? Надо, ну раз акции не даем, надо подкормить же руководящий состав. Вот я председатель совета директоров. Кто за то, чтобы председателю совета директоров дать 60 миллионов премий? Большинство. Заметили, нет? Вы думаете, я сказки рассказываю? Сколько получил товарищ председатель компании, руководитель, директор Почты России? Сколько себе выделил? Государственная компания. Сколько? 60 миллионов. 60. Вот там что-то начало копошиться, тут прокуратура, он говорит, а что вы? Все по закону, все решали. Причем, а вот вы в следующий раз не придете из-за того, что вы смотрите, что я все решаю, и скажете, зачем я туда буду ходить? Не придете, ну и как у меня обрушится акционерное общество? Значит, предусмотрено законом, что акционерное собрание считается законным, если присутствует большинство акций. Сколько людей присутствует, это вообще не важно. У меня большинство акций. Но если даже так, что у меня 10% акций, 10%, а остальные бабушкам розданы там по всей Руси великой. И вот, ну, не набралось у меня сейчас 51%. У меня 10 своих, а еще присутствует вот в разнобой там разные люди. Не набралось, потому что... И мне и не надо, чтобы набиралось. Я вам всем разослал, у меня есть регистратор, все вы письмецо получили. Так, вы в Тмутаракане получили письмо, что там 10 марта будет акционерное собрание. Вы во Владивостоке
Вы на Камчатке, вы в Иркутске, вы в Новосибирске. За свой счет приезжайте, прокатитесь сюда. Вы не приехали. Значит, если не набралось 51%, акционерное собрание, первое акционерное собрание недействительно. Второе акционерное собрание, я себе снова все разошлю, аккуратно, регистратор, всем, все вы получите, у меня бумаги есть, квитанции, что все получили. Дальше мне уже плевать по закону, плевать на то, сколько человек пришло. Потому что проводится при любом количестве акций. И все, что надо, будет решено. Вот у нас есть государственная собственность на многие предприятия. Я их некоторые из них перечислил, да? Скажем, можно было добавить бы еще Ростехнологии, да? Можно было бы добавить еще и двигателестроительную корпорацию, приборостроительную корпорацию. Много чего у нас. У нас 70% собственности сейчас в экономике государственной. 70%. А плана нет. А вы еще знаете какую-нибудь компанию, такую крупную монополию, у которой бы не было плана? Вот если бы вы имели компанию, монополию, сталелитейную, у вас план был бы? Но это ваша же собственность. То есть план нельзя сделать, если у нас разная собственность. Да? Вы туда пойдете, вы туда, я сюда. Мы можем просто вместе написать, куда мы пойдем. Изобразить, что это план. Но это никакой не план. А вот так, чтобы направить все эти предприятия вот туда, где вы получите большую прибыль, составили план. А государственная собственность у нас планомерно направляется куда-нибудь? Нет. План есть? Нет. Или вот Министерство экономического развития светлой памяти или темной памяти гражданина Улюхаева, свято сохраняется его традиция в этом министерстве, оно чем занималось? Да чем? Вот объяснял вам, что жизнь будет хуже. Надо привыкнуть к новой экономической реальности. Еще не привыкли, да? И стипендий может меньше, вообще может не быть и так далее. А что вы думаете? Ну, у вас же забирают деньги вот, с помощью инфляции или нет? Что такое инфляция? Инфляция – это означает, вам выдали денежку, а завтра уже цены другие, и послезавтра другие, и все время они меняются. В какую сторону? В такую сторону, чтобы обратно у вас забирать то, что вам выдано. А это связано как-то с движением производства, с производительностью труда? Что у нас, производительность труда снижаться стала или повышаться? Как? Снижается же. Нет, да вот что. Даже если я выбрасываю старый станок, оставляю новый, она резко возрастает производительность труда. Как нет? Вы же историки. Хоть вы и считаетесь музеологами, но мы же знаем, что музеологи – это разновидность историков такая особая. Ну что, история. Вы не видели, как вот? Вы не изучали, что ли, какие были сначала топоры деревянные, сначала каменные, ножи каменные? Потом был бронзовый век, потом железный век. Что, не повышалось производительность? Да все развитие человечества, то, что мы стали, вот пришли сюда и здесь занимаемся, связано с чем? С совершенствованием в орудии труда, средств производства и повышением производительности. Правильно? А что такое повышение производительности? Если раньше делали за 8 часов, теперь за 6, теперь потом за 5, потом за 4. Если такое же количество рабочих, а у нас рабочее количество уменьшается, а продукция количество, скажем, ну вот сейчас не растет почти, но количество рабочих уменьшается, значит, на одного рабочего приходится, посчитайте, все больше продуктов, значит, в одном продукте воплощается все меньше труда. То есть, на самом деле, в экономике постоянно, независимо от общественного строя, между прочим, неважно, социализм, капитализм, революция, контрреволюция, а средства производства все время совершенствуются, все время производительные силы развиваются, растет умелость рабочих, квалификация их, растет их вооруженность, средства производства развиваются. Говорят, вот у нас там компьютеры, вы еще бы их подключить к этим самым нашим средствам производства, а то у нас наши станки с программным управлением перестали выпускаться. Вот в Иваново выпускали. Кабаидзе был генеральный директор. Ивановский завод станков с числовым программным управлением. Ну. И тем не менее, значит, вот производительность труда растет,
А говорят, ну, почему цены растут? И объясняют, ну, как сказать, ну, как бы я сказал, для безграмотных или для дураков. Я скажу, ну, потому что у нас вот на все затраты выросли. А что значит выросли? Ну, цены повысили, вот они и выросли. В бумажках, конечно, и все. Инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Не на все. Если на все повысили, это ничего не меняет. Если на все повышается, это значит пропорция обмена сохраняется, правильно? А если вы на все повышаете, кроме одного товара, есть такой товар рабочей силы, который вы продаете, то это значит вот эта инфляция. То есть у вас просто отнимают обратно, и эту рекомендацию отнимать обратно то, что да, выдали, выдал английский экономист лорд Джон Мейнард Кейнс. Знаете такого? Который сказал, что кризисы, они неизбежны при капитализме, но надо заниматься госрегулированием. Одно из средств государственного регулирования, кроме того, что надо регулировать ставку процента, налоги, и вот еще и надо инфляцию. Хватит бороться на заводах там, и что там с рабочими мучаетесь. Давайте мы просто государство потихонечку забирать, и все. Но при этом плакать слезами, чтобы мы боремся с инфляцией. Ее борются с ней или ее организуют? Ну вот, скажем, одна из форм такой организации очень простая – налог на добавленную стоимость. Вот он у нас там 24%. А у нас норма рентабельности, то есть вот про отношение прибыли к средствам производства, к капиталу какая. Ну, 10, 5, 10 – это очень хорошее. А если вам налог нужно 24% заложить, то есть государство включает такой механизм повышения цен. А как это сделать, чтобы налог такой уплатить? Ну, цену повысить и все. И закладываем это в цену. И пошел механизм роста цен во всей экономике. Ну, вот это небольшой экскурс. Но я возвращаюсь к тому вопросу, на который пока трудящиеся не ответили. Я отвечу на него. Свободное время – это что? А вот вас не было. Может, вы знаете. Свободное время – это что? А? Не совсем понимаю. Вот до чего студентов довели, они не знают даже, что такое свободное время. У них нет никакого свободного времени. То время, которое можно появиться. Которое что? Свободным образом, по своему желанию. По своему желанию. Вот я хочу вот купить, это свободное время, по своему желанию. Я по желанию. Что, вы не отходите только от своего определения. Будьте принципиальны. Все слышали потом, все слышали уже его, не отпирайтесь. Вот я, у меня желание бросить эту ерунду, тут лекции читать, пойти сейчас, купить бутылку водки, зарплата мне позволяет, и ее вот буду пить, сидеть и грустить. Думаю, что студенты не знают, что такое свободное время. Наливай, выпил. А? Свободное будет время? Нет. Ну а что такое свободное? Значит, надо как-то вот... Ну вот это говорит о том, что такое вот про философию и что такое вот гениальные люди. Вот Маркс гениальную сделал формулировку. Свободное время – это время для свободного развития. То есть если человек в это время деградирует, он по своему желанию деградирует. Что разве вот эти наркоманы, они не по своему, что ли, желанию поступают? А у них желание страстное сейчас купить наркотик и поглощать его. И они умирают там в возрасте 25-24 года. Уже не по желанию, но к потреблению. У них желание страстное, поскольку наркотиком называется не просто вредное вещество, а первое, что оно делает, оно сламывает волю к его, к сопротивлению, его потреблению. Вот в чем его особенность. То есть, если человек начал этот наркотик, он, скорее всего, и пропал. Редкие случаи, когда человек все-таки попался волевой, что он из этого выбрался. То есть, вы уже попали в капкан, и все. Если попали. Не случайно говорит, буду балдеть. Это что такое? Ты балдой будешь, если будешь балдеть. В то время, которое у вас не занято другим. А вот Маркс определил так, свободное время – это время для свободного развития. Свободное, кстати, от вредных привычек, между прочим. Контрольный вопрос. У вас сейчас какое время? Свободное или не свободное? Свободное.
Свободный. А у меня? Ну что вы считаете, что я не развиваюсь, когда лекции вам читаю? Я вот вам читаю, вам объясняю, и сам начинаю понимать. Пока не объяснишь, ведь не поймешь. Правильно? Ну потом, если бы я просто сидел и читал, это одно дело, а я же стараюсь, так сказать, вот вам так излагать, чтобы понятно было. А что значит понять? Значит, выразить в понятиях, то есть идет процесс развития или нет? Ну так если идет, значит, и у меня свободное время, я вас поздравляю, и у вас свободное время, и у меня свободное время. Приходим, тут сидим, занимаемся философией. Красота. А если не удалось использовать для... Вот у вас высвободилось от труда какого-нибудь время, от каких-то забот, в том числе от домашних, какое-то время, и не удалось его использовать для свободного развития. Получилось свободное время? Нет. Вот, так сказать, если я еще еду в трамвай и книгу читаю, это свободное время. А если я вот трясусь, и уже ни книга, ничего, и, так сказать, меня тут давай карточки показывай, и ничего невозможно делать, уже нет свободного времени. Вот я когда был на Мадмехе, иногда у меня дома никак я не мог какой-нибудь интеграл взять, но ехать мне было 1.5 часа, я на автобус садился и вот пытался его все-таки решить. Вот так, с левой стороны то, что надо преобразовать, там равенство, как, вот кто его преобразовать. Ну и бывало так, что я доеду, пока доеду до университета, глядишь, и решил, а дома не мог. Ну то есть я превращал, так сказать, время не свободное во время свободное. И вот если вы начнете не свободное превращать в свободное, у вас свободного времени будет гораздо больше. Ну вот это говорит все то, о чем мы с вами говорили. Это, так сказать, некая иллюстрация к тому, что мы переживаем такой период, когда философия сформулировала систему категорий, и от нее, от этой точки, от Гегеля, идут разные дороги. Одни продолжают действовать, как было до этого, до Гегеля. То есть какие-то точки зрения формулировать. Мы про, одни про существование, другие, вот скажем, герменевтика. Что такое герменевтика? Ну, мне положено знать, что такое герменевтика, поскольку у меня там и аспирантка была соответствующая, занималась. Я ее спрашиваю, что это такое? Ну, это искусство понимания. Не понимание, потому что понимание – это выражение в понятиях. Тут все понятно. Это философия классическая. А искусство понимания? Ах, искусство? А у нас два факультета искусства есть. Один Гергиев возглавляет. Не знаю, где он находится. И второй возглавляет мой бывший дипломник, товарищ Кудрин. Алексей Леонидович. Где он находится? А вот на этой, на Галерной там, в уголочке. На Галерной улице. Называется... Факультет свободных наук и искусств. О чем мы тут на философском занимаемся, тогда это Герман? Ну, там бы и занимаются этими искусствами. А чем отличается искусство от науки? Наука – это такая форма постижения мира, которая постигает мир в понятиях. А искусство? А искусство постигает мир в образах. И это вот Гегель растолковал еще в своей работе «Феноменология духа», которая предшествовала науке логики и которая стройной системой не является такой, как вот наука логики. И стройной такой системы не представляет и философия права у Гегеля. И в этом смысле и философия истории, лекции по философии истории тоже не представляет такой вот строгой стройной системы. Но если брать вот некий результат этой феноменологии духа, то результат был в том, что Гегель разобрал, какие есть формы постижения мира. Религиозные – раз, в образах – два, это все искусство, и изобразительное, и литературное творчество, и, если хотите, кинематография, да, и телевизионное искусство современное сюда подпадает, в образах. Через образы вы постигаете, а образы не означает, что обязательно требуется понятие. Вот вы пришли в филармонию и слушаете музыку. Музыка воздействует на вас через музыкальные образы. Вам стало грустно или не грустно. А какие у вас мысли? А мысли у вас
У вас одни, вот рядом мы сидим на одном и том же ряду. У вас одни мысли, у меня другие. А слушаем одно и то же. Это что значит? Они не могут, не могут и не требуется никакого однозначного понимания. Вот мы подошли к одной и той же картине. Она у вас одни рождает мысли и воспоминания, а у меня другие. И что, нам нужно обязательно договориться, что только так надо понимать? Да нет. В этом нет никакой задачи, потому что она непосредственно воздействует на чувства человека. Непосредственно. Что значит непосредственно? Без опосредствования этими языком и понятиями. А вот наука – это высшая форма постижения мира в понятиях. Что такое понятие? Понять, выразить в понятиях. А то говорят, вот собака, он почти вот так же все понимает, как я. Только выразить не может. Но если не может выразить, значит, не понимает. Потому что если вы будете сдавать мне экзамен, а вы будете мне сдавать экзамен, и не выразите в понятиях, значит, вы не понимаете. Почему требуется выражение в понятиях? Потому что если я не могу выразить в понятиях, я не могу передать другому человеку. А раз вы не можете передать другому человеку, то значит, вы как-то восприняли не в человеческой форме, а в какой-то другой. А я буду добиваться, как и в этом, так сказать, от меня требуется государство, наше государственное университет, чтобы студенты в человеческой форме воспринимали и могли бы передать то, что они будут изучать. А если они не могут передать, ну, значит, кто-то да, виноват в этом? Кто? Прямо говорите. Я виноват. Ну, я же вам преподаю. Не вы же виноваты. Студенты. Как может студент виноват быть? Как могут быть плохие студенты? Студентов преподаватели могут быть плохие. Вот поэтому, как надо относиться к многочисленным всяким сам, философским концепциям? Их концепций много, а вот система науки, вот такой, как наука логики, одна. А дальше можно эту систему истолковать материалистически, что сделали Маркс и Энгельс. Хотя раньше были тоже гегельянцы, молодо. А если они только истолковывают ее материалистическую, а к истории, чтобы ее применить, недостаточно того, что сделал Гегель. Чтобы применить ее к истории, вот надо еще, так сказать, ввести такое положение, которого у Гегеля нет и быть не может. Вот если мы решали основной вопрос в философии, то он решается так, что первично, что вторично, материя или сознание, да? А применительно вот к обществу, основной тезис исторического материализма или материализма, примененного к истории, звучит так. Общественное бытие определяет общественное сознание. Вот люди действуют, они, так сказать, каждый своим руководствуется какими-то мыслями, целями, стремлениями, а общественное бытие определяет общественное сознание. Вот в России какое общественное бытие сейчас? Буржуазное, так? Значит, какая у нас идеология? В большинстве голов? Буржуазные. Какие выводы я могу сделать насчет выборов? Вот скоро будут выборы. Какие партии победят? Сделайте, пожалуйста, вывод. Ну, понятно. Если честный только вывод, давайте только честно. Если тут начнете мухлевать, может, коммунисты победят. А вы не мухлюйте. И тогда будет все хорошо. Потому что, ну, какое бытие, такое и сознание. А в большинстве рабочих. Какое в головах рабочих? Какая идеология? Пролетарская, что ли? Ну да. Социалистическая. Так общественное бытие определяет общественное знание. Общественное бытие какое? У рабочих? Буржуазное. Рабочие живут в буржуазном обществе. Откуда у них социалистическое? И это надо вносить, это сознание. Вот, скажем, есть такая работа у Ленина, что делать? Чтобы оно появилось у рабочих, пролетарское сознание, его туда вносить надо. А оно само не появляется. Почему? Потому что обстановка буржуазного общества обеспечивает господство буржуазного сознания. И можно подумать, что это какая-то новость. А вот в феодальном обществе там какое сознание? Ну, феодальное, естественно. Ну, вот, например, если поднимается восстание крепостных крестьян, какая там, так сказать, задача тех, кто выставляет? С хорошего царя. А что значит хорошего царя? Это то есть из феодализма сделать что? Феодализм. Пугачев или Степан Разин.
К чему дело вели? Что вместо этого царя будет другой царь, добрый, как в сказках. Но царь еще это изменяет, ничего не меняет. Вот это. То есть эта вот задача тут очень сложная. Поэтому не надо расстраиваться, говорит, ой-ой, там, значит, что-то, какие-то нарушения. Во-первых, без нарушений вообще ничего не бывает. Когда сотни тысяч участвуют в организации выборов, нарушения будут всегда. Ну а если не будет нарушений? Вот, говорит, давайте сделаем прозрачные урны, давайте. А телевизор давайте не заткнем? Мы же его не заткнем. Телевизор, он говорит, у вас есть телевизор, телевидение, телевизионная компания, нет? То есть вы никак не можете повлиять на ход выборов. А у вас радиостанция есть в частной собственности? Нету? Ну, что вы, как мы с вами будете организовывать выборы? А у вас? У меня есть газета «Народная правда», я главный редактор. Но она выходит редко, по мере накопления средств. Поэтому я не думаю. Хотя вот в 2000 году мы выпустили миллион экземпляров и содействовали тому, что вместо Собчака стал Яковлев губернатором Санкт-Петербурга. То есть, как вот имея газету уже большую, российскую общественно-политическую газету, можно повлиять как-то на ход выборов, но хотя бы в регионе. Но в целом, так сказать, как вы понимаете, это тоже. Но есть газеты, которые издаются чаще и большим тиражом. Это все. Так, ну вот почему я эту речь завел о том, какое изменение произошло вот в философской обстановке с момента появления системы Гегеля, потому что это вот, это и Энгельс зафиксировал, что это конец классической немецкой философии. То есть философия как просто философствование, рассуждение о чем-то, оно закончилось. И теперь можно идти вперед от этой системы или не идти вперед, и тогда это будет эпигонство, то есть продолжение того, что уже было. Ничего нового такого нет. И вот большинство всяких концепций, с которыми вы можете столкнуться, современных так называемых, которых можно дальше изучать, перечислять, я их тоже буду называть, они вот такого рода. И герменевтик, или есть такая концепция, что все есть тексты. Вот и вы текст, и вы текст. Вот видите, на стенках текст. И фотография тоже своего рода текст. Это как бы такая теория может родиться в голове человека, который долго-долго сидел в библиотеке. И кругом книги, 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 книги. Ему все уже мерещится. И вы книга, и я книга. Все мои тексты. Вот это, так сказать. Так. Или, скажем, концепции, которые так или иначе возвращают нас к доказательству бытия Божьего. Что есть три формы, три триада бытия. Вот бытие. Материальное бытие. Сознание в нашем сознании. И трансцендентное. Ну, стыдятся люди, Бог сказать, говорит, трансцендентное. А оно, это трансцендентное, не спит. Оно наделяет смыслом предмета. Если их смыслом не наделило, то их и нет. А если наделило, то их есть. И так далее. То есть, если вы, скажем, займетесь вот современной философией, то не тоскуйте, если вы этого не знаете, чего-то, потому что если вы хотите быть философски образованными людьми, что надо взять? Гениальные произведения. Гениальные. А их всегда мало. Так что не так страшно. Ну, мало они, ну, там тоже немало для изучения, но с точки зрения соотношения того, что публикуется, конечно, немного. Так, ну вот, возвращаемся снова к нашим друзьям, экзистенциалистам, которые начали писать накануне Первой мировой войны. В Германии это Ясперс, Хайдеггер, во Франции Сартр, Камю, Бувуар. Своими предшественниками экзистенциалисты называют Паскаля, Киркегора, Унамуна, Достоевского и Ницше. И в каждом произведении этих авторов вы найдете что-нибудь полезное и правильное. Такого не бывает, чтобы человек что-то написал, и там ничего нет. Да? Так поэтому не хочется такое резкое сравнение делать. Но когда люди на этом настаивают, я, например, уговариваю читать гениальные книги, а он говорит, нет, буду вот эту, вот в этом году издали, эту буду читать.
Ну, иногда это я резкие сравнения привожу. Вот вы согласны, что в каждой навозной куче найдется зерно? Так надо его оттуда достать, да промыть, да просушить, смолоть и пирожки вам выдать. Ну, приходится к этому прибегать, например, вот думают о космонавтике, что как там сделать оборотную воду, чтобы, так сказать, все ее как-то очищать, и потом вам это пейте. Ну, там, как говорится, обстоятельства такие. Ну, я говорю, а нельзя вот взять чистое зерно и посеять, спахать, посеять, собрать его комбайнами и сделать вкусный душистый хлеб. А можно и так, это еще лучше. Можно и так. То есть, по принципу, если мы пойдем, а тут есть же что-то, есть во всем что-то есть. И это не основание, если во всем что-то есть, это все хватать и без разбора поглощать. Потому что, как вы понимаете, за всю свою жизнь ничего не прочтешь. Верно? И раз все не прочтешь, приходится как-то считаться с авторитетами. Ну вот такую стратегию можно читать гениальных. Вот гениальных всех прочтете, тоже не всех. Конечно. А если вы читаете просто хороших, это вы как бы специально не читаете гениальных, чтобы что? Чтобы что сделать своей головой? Чтобы она не развивалась. Ну, дело ваше. Как это? Свобода. А такая свобода называется в философии произволом. Вы будете читать гениальные, а он будет читать просто хорошие. Потом посмотрим, что будет. Потом вы будете знакомиться, она скажет, доктор наук такая. А вы скажете, вот это я вот закончил исторический факультет в таком-то году. Закончил? Закончить, конечно. То есть вот проблема, которая уже мировоззренческая перед нами в связи с этими вещами встает. Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни эмпирическая, ни теоретическая реальность. То есть ни то, ни сё. Неизвестно, где она помещена. Ни на небе, ни на земле, а где? А в книжках, которые вы будете читать. Оно не выступает и как некая умопостигаемая сущность. А раз оно не выступает как умопостигаемое, вот вы будете никак вам не постигнуть. Так и задумано, чтобы вы не могли постигнуть. Вот с этим смиритесь теперь. Постигнуть бытие можно только интуитивно, вжившись, вчувствовавшись в него. Вот я вот как автор уже вчувствовался, а вы, если не автор, а читатель, не вчувствовались. И вам непонятно? Ну и ладно, я тоже. Я на этих книгах могу заработать себе какой-то капитал. Вот только тогда, если вот вы интуитивно, так сказать, вот вжившись, вчувствовавшись в него, постигнете его, тогда оно становится бытием человека. В центре философии экзистенциализма лежит проблема человеческой свободы. А как понимает свобода? Вот сторонники этой теории. Свобода состоит в раскрытии природных задатков человека, в его раскрепощении, в развитии его сущностных сил. Ну, свобода состоит в развитии. А вот мы с вами говорили, что свободное время – это время для свободного развития. Вроде близко. А свобода, как определяется в других великими свободы, это что? Кто скажет? Вот вы должны знать, что такое свобода. А? Свобода – это свобода выбирать. Нет, если свобода – это свобода, это вот елка – это елка. Бревно – это бревно. Это не определение, согласитесь. Вот я – это я. Вам объяснил, кто я? Нет. Свобода – что такое? Может, это что-то плохое? Так, вот вас я спрошу. Свобода, пожалуйста. Так будете бороться за свободу? Может, и не надо за нее бороться-то, за эту свободу? Черт, она нужна, если мы не знаем, что это такое, неизвестно что, и за нее еще бороться. Еще в этой борьбе пойдешь смертью храбрых, не знам за что. Вы как нас просветите? Я бы на самом деле ответила так же, как и Саша.
на самом деле. А что для вас свобода? Для вас интересует, что для меня, или что объективно, что научное понимание свободы? Да, мало ли что для меня. Для меня свобода, вот с вами сейчас сидеть и разговаривать, вот и свобода. А что мне, кто запрещает что-нибудь? Все хочу, то и говорю. А это будет, что хочу, то и делаю, это как называется в философии, знаете? А? Вот, вот. Золотые слова. Вас позже спрашивать не буду про свободу. Обойду. Вот сейчас туда нападу. Произвол. Потому что я тоже, кого хочу, того спрошу. Это что такое? Это произвол. Правильно? То есть, что такое свобода? Только, видите, вас уже предупредили, не надо ее изображать как произвол. Да, то есть, хочу выпрыгнуть из окна. Не надо этого делать. Я очень прошу, я буду отвечать. Вы выпрыгнете, а я буду отвечать. Не надо. Или давайте на 12 этаж, там уже не будет этих сломанных костей, уже ничего, все сразу. Селфи не забудьте сделать. Так. Да, мы это обсуждаем про господство над обстоятельствами сознания. Вот, видите, вот мы уже говорили, вот. Если начать студентов пытать, и можно выпытать. Да, господство над обстоятельствами, сознанием дела. Это вот Маркса определение такое. То есть, если над вами господствует обстоятельство, вы этого не можете, развиваться не можете, по каким-то причинам от вас независящим, человек не свободен, правильно? Когда вы чувствуете себя несвободным? Когда вы не можете развиваться. Нету, обстановка не позволяет. По каким причинам? Жилья нет, денег нет, там, здоровья нет. И человек не свободен в этом смысле. А вот если он господствует над обстоятельствами, это не абсолютное, конечно, господство, правда? Как вы можете господствовать? Не отмените вы при законе природы, законы общества, верно? Но вот с учетом этих законов вы, вот чтобы не сталкиваться и не разбивать себе нос об эти самые законы, которые непреложно действуют, значит, вот вы можете господствовать обстоятельствами. Туда не надо идти, вот дверь здесь. Но если вы находитесь, так сказать, в бою, в Кенигсберге, и у вас в руках граната, то и памятка была такая, значит, солдат, ты не один, ты и граната. И что нужно делать? Значит, бросаешь гранату, туда очередь, прежде чем туда зайти, в потолок, чтобы эти самые пули шли рикошетом так вот, так сказать, по всей комнате. Потом заходи, занимай. То есть, может быть, и стены надо пробить, но с учетом вот этих обстоятельств. Но если у вас гранаты нет, то не надо туда идти, что-то, блядь, бесполезно. Разбегаться особенно не надо. Так можете подойти, потрогать, как пройдете, нет? Может, картонная стена, тогда пройдете. Так. Ну вот здесь уже, видите, а тут вот свобода вроде состоит в раскрытии сущностных задатков человека. Вроде бы что-то тут хорошее говорится. А почему это называется свободой? Не взяли ли любое хорошее называть свободой? Потому что кто такой художник? Художник – это такой человек, как еще Аркадий Райкин говорил, который берет нужную краску и кладет ее в нужное место. А если я просто краски так и сяк вот накидаю, вроде бы они все хорошие, эти краски, а результат не получается. Нельзя какую-то категорию, изолировав ее от других, сказать, она хороша или плоха. Она хороша в системе. Если нет этой системы, если бессистемность, то это вот очередная точка зрения. И в этом смысле вот можно так к этому отнести, к такой точке зрения. Человек, как считают экзистенционалисты, свободен в том смысле, что он сам желает, намеревается, проецирует свое бытие и себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности. И вот эта субъективность может состоять в том, что человек пошел, купил травку и курит ее, и умер. Свободен он? Абсолютно, да? Вот. Хотя с точки зрения экзистенционализма вполне свободен. Но в таком случае вот свобода становится формой проявления крайнего индивидуализма. Такое понимание свободы приводит к тому, что свобода становится своеобразным бременем. Бременем является и выбор. Человек может отказаться от свободы, перестать быть самим собой, стать как все. Но этот отказ происходит вместе с отказом себя как личности.
Экзистенциализм отрицательно относится к разным формам коллективности. Все это ложное, неподлинное бытие. Вот, все, что, так сказать, вроде. Хотя ведь природа человека – это человек общественный, общественное животное. Животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. А тут отказ. И этот отказ, конечно, он отказ показной, потому что никак человек не может прожить без общества, в том числе без потребления тех продуктов, которые созданы другими людьми. И что бы он при этом ни говорил, и какие вещи ни писал. Но он может объявить, что мнимым является и человеческое общение. Оно лишь подчеркивает одиночество каждого. Это как у нас есть шуточная такая песенка, а я одна, совсем одна в своем здоровом коллективе. То есть, а вот считайте, что вы одна. Вот когда вы сформулировали, что такое свобода, я вот опросил перед вами всех, вы одна оказались или нет? Нет, вы с теми, кто знает, что такое свобода. А теперь они тоже знают, и они, так сказать, тоже с вами, и вы с ней. Так что это не противостоит этой коллективности и не противостоит индивидуальному развитию. Индивидуальное развитие не противостоит коллективности. И только в обществе человек может развиваться. Камю. Возьмем. Согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает жизнь человека бессмысленной, прорыв одного индивида к другому невозможен. Ну, раз невозможен, так нечего и прорваться. Чему, так сказать, толкает эта философия? Так сказать, вот она, той философии одиночества такого в обществе. Единственным подлинным способом общения является объединение индивидов в бунте против нелепого и абсурдного мира, против конечности, против смертности, против всяческих ограничений свободы, против несовершенства человеческого бытия. Будем бунтовать. А что такое бунт? И чем отличается от революции? Революция – это созидательная категория. Вы переходите от одного устройства общества к более прогрессивному. Поэтому революционеры, если это настоящие революционеры, это носители вот этого более высокого, более сложного, более передового. А что такое бунтовщики? Давайте бунтовать против этих самых преподавателей, которые берут экзамены у вас принимают. Какой итог будет этого бунта? Он, ну, как и говорят вообще про русский бунт, бессмысленный и беспощадный, так сказать. Побунтовали, отчислили людей. Они, значит, раньше они сдавали экзамены, учились. А теперь они, значит, вспоминают, что надо было бы, конечно, зря они этим занимались. То есть, если революция, в которой, бывает, люди идут и на жертвы, да, ради этой революции, то бунт, он действительно бессмысленный, потому что у него отрицательная природа. Я против. А если я вот вам сейчас, я буду бунтовать против того, что вы туда идти, туда идти, туда идти, туда идти, туда идти. Сколько у меня направлений, против которых я могу бунтовать? А выход вот через эту дверь. Вместо того, чтобы поставить цель, связанную, но не любую цель, не произвольную цель, это и будет произвол иначе, а цель, которая связана с развитием общества, да? Я вместо этого бунтую против того, чтобы туда, туда, туда не ходить. Ну, если я против всего этого бунтую, я есть воплощение отрицательности, больше ничего. Потому что из того, что сколько существует неправильных направлений деятельности, бесконечно много. Я вот буду против каждого из них бунтовать и никак не дойду до всех. И вся жизнь у меня будет жизнь бунтовщика, который ничего созидательного в жизни не сделал. А пытался все разрушить. Разрушать то, что есть. Ну вот это, так сказать, оценка этой философии. Вопросы социального познания и его методов являются предметом исследования современной герменевтики. Герменевтика – термин греческого происхождения. Разъясняю, истолковываю. Изначальный смысл – искусство толкования Библии. То есть не важно, что вы написали, важно, как я это истолкую. Правильно? Вот, так сказать, здесь упор на истолкование. Как будто бы сами понятия не имеют своего содержания строгого. Искусство толкования Библии, литературный текст и так далее. Ведь на самом деле Библия и предполагала, чтобы, так сказать, там не было однозначности.
чтобы ее можно было толковать. В этом и особенность его, так сказать, этого труда, который ни на какую научность не претендует. Потому что религиозное постижение мира – это постижение мира фантастическое в образах. Ну и представляете, и так толкуете, и этак толкуете. Важно, чтобы вы не отходили от веры. А трактовать вам, пожалуйста. Ну, есть разные толкователи. Есть толкователи официальные. Дальше больше, так сказать, может быть, это вот... Если вы от официального толкования будете выступать, вы уже будете выступать против догматов церкви. А тогда вы можете столкнуться с церковью как с общественным институтом. И тогда она будет реагировать. И для вас это кончится не очень хорошо. В кратком виде суть... Герменевтики сформулировал один из ее основателей Гадамер. Фундаментальная истина герменевтики такова. Истину не может познать и сообщать кто-то один. Хотя вся наука состоит в том, что все открытия делаются когда? Кем? Ну, одним или два человека. Одновременно, это большая редкость, правда? Чтобы вот одновременно мы изучали, пытались что-то открыть, и вот вдруг открыли мы с вами двое. Бывает так очень редко. А? Что значит примерно? Да не одновременно же, а примерно. То есть бывает эпоха, когда подготовлено все к этому открытию, но кто, сколько открывает? Один, два. Или, скажем, Маркс и Энгельс, они что, вдвоем одной ручкой писали? Вот Энгельс написал «Принципы коммунизма», а потом вместе они с Марксом доработали и получили коммунистический манифест Маркса и Энгельса. Но не так, чтобы вот они писали. Или кто... начал изучать экономику. Энгельс раньше написал положение рабочего класса в Англии. Уехал в Англию, папа у него был фабрикант, не бедный, соответственно, и сынок был не бедный. И как написал Энгельс предисловие к этому труду, первый том собрания сочинений Маркса Энгельса, что я оставил салонные разговоры, красное вино и поехал в страну самого передового капитализма, чтобы пожить вместе с рабочими и эту жизнь отразить, описать. Маркс это потом прочитал и решил заняться политэкономией. Так что вот то, что Маркс занялся политэкономией, написал «Капитал», его на это толкнул вот этот самый подвиг Энгельса, который такую работу сделал, выдающуюся. Так. Всемерно поддерживать диалог надо, давать сказать свое слово инакомыслящим, уметь усваивать произносимое им. Вот в чем душа герменевтики. То есть как бы это вот подход к истине, но сама истина, она где-то остается за кадром. А с точки зрения Гегеля все гораздо более строго. Истина – соответствие понятия объекта. Это истина, если речь идет о созерцании, об отражении мира. Но истина есть и в другом смысле, поскольку человек преобразовывает мир, то вот это идея уже. Истина как идея, как преобразовать мир, как побуждение к действию, как мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Если вы поняли что-то в мире и хотите его преобразовать, то вы тогда добиваетесь того, чтобы уже мир соответствовал тому, что вы задумали, ваши идеи. Вот соответствие практики, объективности, понятию. То есть сначала вы понятие выработали, здание, потом вы его построили. И истина состоит в том, чтобы построили по тому проекту, который был задуман. Если был проект один, а построили непонятно что, вот тут истины нет. То есть вот где-то рядом ходит герменевтика с этими понятиями, но она именно рядом ходит. Главное понятие – понимание. Понимание – это способ существования познающего, действующего и оценивающего человека. Понимание – это не столько познание, сколько универсальное освоение мира. Оно неотделимо от самопонимания интерпретатора, есть поиск смысла. И вот начинается смысл искать. Смысл жизни, допустим. Ну, на такой вопрос, а в чем смысл жизни, значит, можно ответ дать такой, что люди, которые начинают вот так ставить вопросы, они
Если они не нашли смысла никакого в жизни, значит, тогда им и жить нечего. Скажем, у Энгельса очень сухо сказано: жизнь – способ существования белковых тел. Какой еще? Жизнь не требует еще смысла отдельного от этой жизни. А вот если мы возьмем человеческое общество, то оно ведь развивается вот в развитии, в дальнейшем развитии человечества, и есть смысл жизни отдельных индивидов. История, если говорить на историческом языке, история славит как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Вот вы принесете счастье наибольшему количеству людей, а у вас будет мучение по этому поводу, страдания, а история скажет, что она самая счастливая. Так? То есть, так сказать, и к этому, в этом смысле тоже можно прийти к объективным критериям. А здесь вот это понимание такое носит субъективный характер. Как бы я понимаю, только высказать не могу. А Гегель строго говорит, что если вы не можете выразить это в понятиях, то вы не понимаете. То есть он в этом смысле строгий очень философ. Понять, значит, выразить в понятиях. Не смогли выразить, значит, не понимаете. А тогда внедряется новая теория этого понимания. Дескать, я вот рядом ходил, чувствовал, мучился и так далее. Это способ существования познающего, способ существования у меня все смотреть, читать, листать, слушать, вникать. А познания нету. А вот есть подход, отход, все есть где-то около. Около этой истины, а да, истина с целью не становится. Понимание, дескать, это способ существования познающего, действующего и оценивающего человека. Это способ существования. Вот у меня такой способ существования. Я понимаю все. Я вас послушал, говорю, я вас понимаю. А что это значит? А ничего не значит. Можете мне все что угодно говорить, я скажу, я это понимаю. Я вас понимаю. Ну, вроде, дескать, можете дальше не рассказывать, я и так уже понял, уже надоело это слушать. Ну, такая форма может быть. Я вас понимаю. Я вас понял. Да понял, что хотите. Понял. То есть, когда хотят отвязаться от человека, то уже говорят, я понимаю. Я все понял. Ну, я понял, все, хватит уже, хватит. То есть, вот эта вот такая формулировка субъективная, она дает возможность уйти от действительного понимания, то есть от выражения в понятиях. Понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям. То есть понимание связано с предположениями. А предполагать я могу все, что угодно. Правильно? Предположить. Что такое предположить? Еще ничего не зная, не понимая, не изучая, я предполагал. Хотя есть в науке понятие гипотеза, да? Но она никак не берется за истину. А если мы эту гипотезу начинаем проверять и сумеем доказать ее верность, тогда это уже не гипотеза, а знание. А знание – это соответствие как раз понятия объекта. Предметом понимания является не только смысл, вложенный в текст автором, а то предметное содержание, с осмыслением которого связан данный текст. То есть какое-то не то содержание, о котором идет речь непосредственно в этой в работе, а какое-то другое, которое я привношу как читатель. Я все понял, только это не имеет никакого прямого отношения к тому, что написано в этой работе. Вместо критического анализа того, что написано, что здесь соответствует истине, а что нет, ну, получается, некоторые придумывания. Понимание человеком мира и взаимопонимание людей осуществляется в стихии языка. Это правильно. Только не в стихии, а с помощью языка. Потому что если это язык стихии, я употребляю беспорядочно слова, то я понимания не получу. Нужно подобрать соответствующие понятия, то есть выразить в понятиях, правильно? И не любые понятия для этого годятся. Нельзя любым инструментом пользоваться. Вот молотком можно забивать гвозди, это подходящий, адекватный инструмент. Можно и микроскопом забивать гвозди, но потом трудно будет его использовать как микроскоп. А так забиваться, гвоздь забьете.
Следовательно, все феномены взаимосогласия, понимания и непонимания, образующие предмет герменевтики, суть явления языковые. Есть так называемое понятие постмодернизм. Само это вот понятие это стоит рассмотреть и течение. Что значит постмодернизм? Модернизм – это что такое? Модернизм. Модернизм – это модерн, современный, да? А что такое постмодернизм? Это уже после. А что значит после того, раз после того, это что? Или это постмодернизм, то есть прошлое модернизма, или это более современное. Но если оно более современное, оно сейчас и современное, так оно модернизм. Как может вообще быть постмодернизм? Либо может быть что-то современное, либо относящееся к прошлому. А? Какое? Условное. Что значит безусловное? Условное. Условное? Ну давайте условимся, что сказать, я вместо того, чтобы называть вас умным, буду называть дураком. Как вы на это посмотрите? Ну, давайте условимся. А вот насчет, а поскольку я ни с кем больше не условился, то могут все и согласиться, а вам это не понравится. А давайте условимся, вы меня будете называть дураком. То есть можно ли условным образом человеческим понятием, которые существуют от нас независимо. Вот они существовали до нашего рождения и будут существовать после нашей смерти. Поэтому то, что мы будем там всякие условия ставить языку, это смешно. Потому что язык – это явление, всемирное язык. А просто разные формы языка, так сказать, вот английский, французский, немецкий и так далее, ну, связанные с его описанием с помощью символов. Они-то меняются, они другие, а сказать, сам язык-то ведь он складывается как средство общения. И это средство общения универсальное, и вы не можете его навязывать условия. Они вам, это те условия, в которых мы с вами живем. Я могу написать вместо интеграла дифференциал? Могу. Потому что интеграл – это вот бывшая буква «С». Ну, вы так видите. Могу? Я могу. Имею право. Обозначу интеграл через дифференциал, дифференциал через... И пошли в журнал. Мне выкинут эту мою статью. И никто не будет с моими, так сказать. А у меня, говорю, тут условность одна. Я просто решил написать интеграл вместо дифференциала. А дифференциал вместо... Ну и живите со своими условностями. И выбросят на мою статью на помойку. Почему? Потому что я не хочу считаться со теми общественными условиями, которые развились исторически. И в которых уже... воплощен опыт человечества, накопленный опыт человечества. То есть могу с этим не считаться, могу это заявлять, что это вот это условно. Что значит постмодернизм? Но если это более современное, так оно, если оно уже более современное, значит современное. Ведь нельзя же говорить о том, чего, что это явление сегодняшнего дня, но это будущее. Не с ним, в будущем предполагается его развитие. Но оно есть момент настоящего. В настоящем всегда есть зерна, так сказать, и залог, зародыш и будущего, правильно? Но никогда не бывает будущего, которое бы не было когда-то настоящим. Это же просто проблема терминологии. Это не проблема терминологии, а проблема. Вы сразу, так сказать, вместо понятия стали говорить термин. А термин что такое? Определение. Нет, термин это не определение. Термин – это слово, и больше ничего. Так вы подбирайте нужные слова, и все будет хорошо. Потому что когда требуется соответствие понятия объекту, вот до тех пор подбирайте понятие, пока вы не найдете соответствие. Найдете соответствие – это будет истина. А если вы вместо этого будете выхватывать какой-то термин, просто какое-то слово и называть, как попало, ну, это и будет каша. Ничего общего с наукой не имеющей. Поэтому вот это вот... Есть такие точки зрения, которые как бы открывают двери для каши. И этой каши очень много. И вот люди, которые приходят в науку, они этой кашей наглатываются. Вот вы приходите в науку сейчас, как раз находитесь в таком состоянии студента, который, так сказать, вот все это берет, 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 и вам вместе с тем, что полезно, вкидают туда всякие камни туда, и вы их тоже заглатываете. Вот, дескать, это термин. Так а что термин? Это разве не слово? А слово разве не понятие? Понятие, другое дело, что понятие не означает только одно слово. Это образ. Вы, чтобы получить понятие, надо суждение высказать. И сделать умозаключение
а не просто взять какой-нибудь термин. Термин взят сам по себе, ничего не говорит. И вот этот постмодернизм не случайно, он выражает реакцию на модернизм, и вначале оформился как теория искусства и литературное направление. А там другая картина, там как раз вопрос там не в словах. В искусстве не в словах, и поэтому там можно так бы просовывать как бы какие-то неверные философские течения, поскольку там не философия, и там не важно, как вы называете. Вот вас интересует, что думал композитор по поводу своего произведения? Вас очень это интересует? Он, вот, у него звучала эта музыка в голове, вот он передает вам свои чувства. А какие мысли у него при этом были? Это не только, так сказать, не выясняется, а это и не важно. А важно, что получилось. Какие чувства вам через музыку передали. В 1975 году архитектор и теоретик искусства Чарльз Дженкс применил понятие постмодерна к архитектуре. По его мнению, в обществе, которому присуще плюралистичность настроений и вкусов, архитектура только тогда сможет выполнять свои функции, когда будет обращаться к различным слоям потребителей. Речь шла о множественности форм рациональности в рамках искусства архитектуры. «Наш мир – наш язык» – таким может быть девиз постмодернизма. Это значит, что культура в целом, как и человеческая деятельность, не постигает сути вещей, а эксплуатирует язык. Задача состоит в том, чтобы прорваться в зазеркалье текстов с целью постижения сокрытого означаемого. Вот. Прорваться. Не познать, не постигнуть, а прорваться. Вас держали за руки, но вы руки вырвали, побежали и прорвались. И куда прорвались? Ну, правильно, вот архитектура, дескать, будет разная. То есть одни будут, те, у кого много денег, будут жить во дворцах. А для вас сделаем коробки, и в этих коробках будете навечно находиться. Вот посмотрите ситуацию с хрущобами. Вот это вот постмодернизм своего рода. То есть, дескать, вы поживите пока временно там, но не более чем 25 лет. Они уже 50 лет стоят, и разговор повели о чем? О сносе этого жилья. И что думают по этому поводу жильцы? Думают, что их раз сносить будут, отправят в маневренный фонд, в котором будет по 6 метров на человека, и который временно там будет. И временно будете до конца жизни в этом самом маневренном фонде. Спрашивается, дескать, вот, а вы представляете сегодня тех застройщиков, которые получают миллиарды на этом строительстве? Вот им нужна такая теория, которая бы это объясняла, которая бы это как бы освещала. Дескать, надо снести пятиэтажки. Так вы сначала людей-то оттуда поселите в хорошие красивые дома. Хотя бы вы их и будете называть модернистскими. То есть современными. Не пост, а просто современные дома. Дома, в которых будет не сидячая ванна, а в которой можно лечь. И такие стенки, которые, которых не будут давать такую температуру, что никак не согреться в этом доме. И комнаты такие не будет, как 6 метров. Вот у меня... Мать получила от пароходства, она была в отделе, в первом отделе пароходства, получила квартиру, наконец. А до этого мы жили сначала проходной 11-метровый с бабушкой и с семьей моей тети. Потом отец получил комнату в квартире 13-метровую, это был большой шаг вперед. Потом мы получили вот квартиру, в которой мать, которая получила, жила в 6-метровой комнате. Сестра моя с мужем в 8-метровой комнате. А еще была вот большая комната, 17 метров. Вот я в ней размещался, поскольку из нее были вход в коридор 1 квадратный метр. И в комнату, и в кухню. Вот, так сказать... Проходная. Вот в этой проходной я и помещался. И этот дом стоит сейчас прекрасно. Это бульвар Новаторов, дом 1 около метро. Проспект, как он называется? Ленинский проспект. Стоит, и никто не собирается там людей расселить. Только вы расселите, в чем проблема? Кто против? Вам скажут, знаете что? Вот мы тут собираемся что-то строить, вот хотим вам по установленным нормам, там какие 32 метра. На человека дать квартиру, будете возражать?
Вы будете что, драться с нами? Не будете драться, вы с удовольствием. Ну, конечно, если вас Муторакань при этом отправит, что оттуда вы не доехать никак. Это другое дело. То есть проблемы никакой нет. Вы расселяете, а когда останется пустой дом, ну, привозите как бульдозеры с этими кранами вместе с этими чугунными бабами и разбивайте эти дома и бульдозерами сносите. В чем проблема? Нет, начинается с другого конца. Надо снести. И людей, если человека начинаешь, что надо человека в человеческое жилье поместить, нет, давайте снесем эти пятиэтажки. Ну, а если вот они как идут по разделу ветхого жилья, сносимого, то что? Ну, в общем-то, в маневренный фонд. Может быть, Москва это сделает, она богатая Москва, там 80% денег крутится в Москве. Может быть, она сделает и по-другому. Остальные так. Вот такая ситуация. Так, наше с вами время истекло. Спасибо за внимание. Добрались мы до постмодернизма. Вот, а в следующий раз мы продолжим. Спасибо за внимание. То есть я имею в виду, что еще раз через перерыв.